У меня погиб сын, и я поняла, что память нужно поднимать. Боль утраты никогда не уйдет. Никогда. Это твой единственный любимый ребенок. Боль утраты никогда не уйдет. Люди нам очень хорошо помогают, потому что все считают, что чужого горя нет. На выплаты, значит, я купила машину «Газель», на которой мы сейчас ездим. Съездили мы уже на ней 8 раз, раз в полтора месяца мы ездим. Также встречаемся с бойцами здесь, кто приходит. Сына, у меня просто все перевернулось. Я бы никогда не думала, что можно настолько отдавать. Когда ты едешь к парням, ты отдаешь им часть души.